с дыней. Вообще была история замечательная, прекрасная. Вот на рынке меня под Новый год уговорил один купить дыню. Ну, я понимал, что дыня не особо будет хорошая, но тем не менее. А у меня мошек было много очень в мастерской, они летали всюду, потому что были цветы, и от цветов были мошки. Я разрезал дыню, начал писать, но не дописал. И уехал на дачу. Думаю, ну, мошек будет сейчас много. Приезжаю, все мертвые мошки от этой дыни, все мертвые. Слава Богу, что мы ее не ели. Вот, ну, я прихожу на рынок, опять этот же продавец мне бежит и говорит, купи дыню, там, это, на Рождество. Боже, на Рождество, я говорю, нет, я не буду брать, я говорю, ты понимаешь, у меня мошки все подохли от твоей дыни. Я говорю, ты представляешь, какую мне дыню продал? Совершенно несъедобно. Ну, в общем, вот, он мне притащил вторую дыню бесплатно, дал, но я ее, конечно, только для искусства использовал, потому что больше, ну, есть такой дыни нельзя было.